Ахтюбинские фанаты встретили новую казахстанскую звезду Димаша Худайбергенова в аэропорту. Поклонники прождали 2 часа, распевая его песни. Участник музыкального конкурса Singer 2017 в Китае прилетел домой для съемок в документальном фильме, который готовит один из телеканалов. Как сообщил отец певца, в Актобе съемочная группа из Китая пробудет несколько дней. Запланировано посещение ипподрома, съемка в школе и музыкальном колледже, где он учился. В фильм войдут и кадры из спортшколы, где Димаш занимался тхэквондо. Приезд певца в Актобе для друзей и поклонников стал поводом для встречи с любимым исполнителем. Просыпаюсь под его песню, поэтому он является нашей гордостью страны. Желаем удачи ему и с нетерпением ждем его с победой. Выражаем благодарность всем актюбинцам, которые с такой теплотой встретили Димаша. Спасибо, что поддерживаете его на всех этапах конкурса. Это придает ему силы идти дальше.